Всем привет! Сегодня у нас такая вылазка сталк своего рода на станцию Борщевка Техническая. Это место для отстоя пригородных поездов, а также поездов городской электрички в Киеве. Как мы видим, состояние большинства поездов, особенно поездов, принадлежащих городской электричке, крайне печальное. Крыша у них ржавая, корпус весь покрыт ржавчиной, грязью и облупливающейся краской. Собственно, сейчас я пойду по данному заброшенному пути и рассмотрю поближе ситуацию со всеми поездами, которые здесь находятся. И также покажу вам. Это один из поездов пригородной электрички. Находится, как видите, он в печальном состоянии. Ему необходим капитальный восстановительный ремонт. ER9M511. Сразу можно видеть, что это пригородный поезд, принадлежит он компании Укрзалезница. И не так давно был проведен капитально-восстановительный ремонт, о чем говорит непосредственно два табла, которые находятся у него над окнами и отображают начальный и конечный пункт. Данный грязный вагон показывает, каким на самом деле должен был быть цвет всех городских электричек на маршруте городской электрички, то есть поездов, которые обслуживают данный маршрут. Они должны были быть такие вот желтым и синим, и морда должна была быть красным. Ну, в данном случае, так как этот вагон уже дофига долго стоит здесь вот заброшенным, скажем так, то он уже весь заржавел и засрался. Также рядом стоит ТПЛ-ка, которая давным-давно убитая, она вся замызганная, подертая. В дальнейшем ее вы увидите, когда я подойду к ней. Этот поезд принадлежит Укрзалезнице, это ЭПЛ-9Т. Состояние видите сами. А это ЭПЛ-ка и ЕР-ка уже принадлежат Киевпостранцу. Кстати, та ЕР-ка, которую я заснял переднюю часть, это
смесь и эрки, и эдешки, туда впихнули еще одну эплку, и в конце стоит коричневый вагон, который я показывал ранее. Ну, в общем, скоро вы все это увидите, там специально прогуляюсь. Электропоезд Эда-9М – один из самых красивых и ухоженных поездов депо Фастов на Укрзалезнице. Он не так давно прошел капитальный восстановительный ремонт. Электропоезда R9M520 и R9M553 – это поезда Укрзалезницы, приписка депо Фастов. Вот, кстати, что я ранее говорил. Все вагоны порисованные, загаженные, заляпанные, грязные и ржавеют просто под открытым небом. И кроме этого всего, как я и говорил ранее, внутрь эрки впихнули ЭПЛ-9Т. Причем, что эрка, что ЭПЛ-ка уже не ходовые и состояние у них просто ужаснейшее. Они уже не могут ездить, они реально просто стоят, гниют там и ждут, когда наконец-то их отремонтируют.
О, Господи, что там внутри было? Так вот убили кого-то. Это сознание на ходу. И, блин. Чего там все так перевернуто? Это как посмотрите, сейчас приближу. Это же уже. Что это вокруг творится? Там будто ураган пронесся. Ну, снаружи я уже молчу про состояние, но. Ну и вот это. Но что вот это? Ну то, что эти вагоны на зоне на ходу. Здесь вроде такого нет, но здесь оно внешний ужас. Как я понимаю, под вот этой вот крокозяброй оно покрашено нормальный было. Типа цвет городской электрички Urban Rain, да? Но как оно выглядит сейчас, это отвратительно. Покрасили. То есть он тогда обрисовал. То есть тут, по-моему, точно та же нарисовал. Тут мало того, что еще и краска. Кстати, это УЗ-шная электричка, это КПТ-шная слева. Вот это КПТ, это УЗ. КПТ такие пространства, УЗ курсы. Здесь тоже самое. Мало того, что она реально ясность, вытершая краска. Да, в окнах просто трэш творится. Что там было? Кого там убили? Извините за жестокий вопрос. Там же просто не то, что вандалы, не вандалы. Ну, вандалы, понятно. Там просто трэш творится в капсулоне. Среди него валяются хрен пойми как друзья. Чего он так стоит? Она так стоит. Что тут было? Эту электричку хорошо ураган такой погромил. Причем погромил со всей жестокости. Но это R9M. У нас просто проснулся М. Семипогонная. А, там вагон одного головного нет, ясно. Но я молчу, что пронарисовано всякой дряни. Внутри тоже. Ураган. Трэш. Просто дикий трэш. Это... Этот поезд, он на городской электричке обслуживает. Ну, должен был обслуживать городскую электричку. Я молчу про то, что дверь уже там просто переворачивается, падает. Ну, это ужас. Состояние просто плачевное. Ой, плакать хочется. Факт, если поезда, вот это то, что слева, которое сейчас снимаю, на 9М, да, как я говорил. ЭД? Это ЭДшка, это не ЕРка. ЭДшка это Демих, это российский завод. Они должны были обслуживать городскую электричку. Вот в каком они состоянии. Вот почему они не ездят. На маршруте только три оставшихся полубитых, скажем так, поезда, которые еще заводятся. Эх, хорошее состояние. Причем, смотри внимательно, это ED9M, да? А это ER9M, то есть тут еще и вагоны в перемешку. Ну а теперь переходим к PL9T. Это луганские поезда. По дизайну немножко от ED9M. Это может обслуживаться. Состояние тоже. Ну это обслуживание. Она уже, наверное, не ездит. Это тоже было на маршруте городской. Ну, понятно, в общем. Там может кого найти, спросить, когда КВР про нее взрывается. Краска вся облезла. Ужас. Этот поезд уже не ездит, он не работает. Он фактически списанный. Наверное. Не знаю, кому он сейчас принадлежит. По идее, он мне говорит, что он списанный, весь облезлый. А на электричке ездит и работает.
слева УЗ-шная, ой, справа УЗ-шная, это R9E, кстати. Ну, состояние, конечно, получше. Хотя снаружи тоже очень ужасное. Ржавчины текут, рисованные, ну, оно, если сравнить с вот этим, оно реально лучше. О, это яркий. 9M. Но по факту оно ужасное. Это, наверное, последний вагон, которого там не хватает. Порисованный в стиль Urban Train и уже грязнучий, по самое не хочу. Состояние ужаса, оно все выржавевшее. Ужаснейшая ржавая грязь. Почему Укрзалезница Киев-Пастранц так не любит своих пассажиров? Я понимаю, что пассажиры есть разные, есть быдло, вон есть рисуют, есть разные люди. Но те, которые платят и хотят ехать в нормальных условиях, в комфорте, ну почему их так не любят? А, оно не сцеплено. А вон, по-моему, ПЛК. Вот это вообще ужас, блин, что там внутри было, это же просто не передать словами. Внутри не то, что ураган, бомбежка была, блин, такое впечатление, что я не знаю, ядерные войны притарбанили. Ну, списано явно. В таком состоянии уже там она, поедет максимум на Кеврс. Кеврс — это киевский электровагоноремонтный завод. Находится он на вокзале. Он возле вокзала, красное здание. Дай бог, чтобы он туда приехал и сделали капитально-остановительный ремонт. Списать и забыть о ней. Ну, неправильно, потому что ехать-то не на чем. Вон, ED9, в хорошем состоянии, кстати. Одна из немногих ухоженных. Красиво стоит. Окна открыты, заходи, погань. Вандалы поинтересуются об этом. Вандалы рисовать любят. Там приезжает все такое обрисованное, гадкое, блин. Вот тут мы с другом проезжали и снимали это все. Так, вечером уже достаточно, даже поздно уже тогда было. Мы проезжали на городской речке и на этих еще трех поездах, которые ездят, в одном из них точнее. Вот, и эти мы добывали всех на поезд, а теперь я пришел это все воочию показать, что из себя представляет данное место. И задаться вопросом, почему ни Киев-Пастранц, ни Укрзалезниця так не любит наших пассажиров, которые едут пригородными поездами. Так почему нас так не любят? Имеется в виду пассажиров, которые пользуются пригородными сообщениями или городской электричкой. Вот. Этот вопрос не знает ответа. Можно знать Укрзалезниця. Как-то вот так-то. Я только свалила в другую сторону. Ой, да и ладно. Ну, даже тропинка есть. Эта станция, она имеет название Борщевка Техническая. Есть такая своего рода промзона. Искусственная территория. Ну, в общем, они здесь отстаиваются. При этом вандалы в этих поездах, конечно же, знают и, конечно же, их пугают. Ну, состояние, ну, блин, ну, все ржавое. Оно все ржавое, все грязное.
заметил уже. Внутрь заходить не буду, да нет смысла. Что там не видели? Все увидели уже. Внутри уже все произошло плюс-минус одинаково. Сиденье до выхода. Готовки тоже катался, тоже снимал, на канале есть. Вот. Ну, крызовизница любит тех, кто платит много денег. То есть ездит поездами дальнего следования. Причем дорогими фирменными. Там вагоны новые, пошли КВР или абсолютно новые. Например, Черноморец я снимал, да, она так с него вытешествовала. Так там вагоны вообще 19-го года выпуска. Ну, там и проезд 740-750 гривен. 700-800-900 гривен, то есть дорогие. Таких пассажиров залюбят и им весь комфорт. Особенно СВ. 1500, смешно. А вот любителей пригородных поездов почему-то нет. То есть, ну, любителей пригородных поездов, пассажиров пригородных поездов, то есть обычных людей, которые пользуются данными услугами, которые можно проехать, либо по кольцу Киева доехать до Троещины, так быстрее, например, чем в Троицетворах, либо тех людей, переживающих, например, не паспорт, либо тех людей, которым нужно приехать на дачу, все, себе, там, ну, то есть пригородные сообщения. Там проезд дешевый, но, ну, вот, это Эрка. Эрка, ЕДшка, перемешку. То есть тех людей, которые пользуются пригородными сообщениями. Их не любят уже. Киев-Пастрац, как мы видим. СИЗП, ну, в общем, это те, кто управляет, старший машинист. И я не знаю, что такое СИЗП. Честно. Возможно, титры добавлю. Опять же, выживший, 536-й малыш. Но это, наверное, еще ездит. Они отстаиваются день. Они ездят только утром. И вечером. Вот это отстаивается. Как бы сейчас уже не между плитами, а просто по дорожке. Тут как бы ходить, в принципе, можно. Какой-то типа забор есть, но он должен, по идее, здесь быть полностью все ограждено, чтобы никто не лазил. Но сюда лазят, сюда вандалы лазят, рисуют, поганят. В данном случае это у нас ER9M. В плачевном состоянии, парисоны, вот такое. Поезда сейчас не ездят, поезда даже сейчас ехать, если и будут, то слева от меня, это может быть какие-то грузачи. ПДС, поездное исследование, не знаю, чтобы ехать через Борщевовку. А, на Волынский, а, значит ездят. Но дальнее исследование это обычно вечером. Вечером это когда отправляются с Киев-Пасса, выезжают в Киев. Вот, они будут вечером ехать. Единственный вагон, который более-менее покрашенный, кстати. Наводка немножко подходит к концу. Сейчас мы прогуляемся тут, я засниму то, что стоит здесь, и, собственно, все. Больше всего не интересовала именно городская речка. Потом я через мост пойду дальше. А, это не забор был, это был мусорник. Ладно, сори. Ошибся, думаю, это забор. Ну вот, еще один вагон, Urban Trail. Трейн сделан по стилю городской речки, который сейчас выглядит как кусок говна ржавого. И обрисованного. И его сфоткаем. На фотоаппарат хожу, фоткаю. И ее. Кстати, это еще после КВР. У нее есть табло сверху, который указывает ее маршрут. И также есть экранчики с номерами вагонов. Правда, зачем наклейка, если вот есть экран, где номер вагона будет продублирован, и причем красным цветом, то есть его можно будет видно. Зачем наклейки, непонятно. Они, кстати, все вагоны. Ну, такие в основном ездят на регионал, типа Фастов Зернова, Киев Ровно, это региональные маршруты, там по 300 км расстояния, то и больше. Вот региональные, они типа после КВР пригорода, они... У них состояние
лишь слегка, можно сказать, лучше, чем у городской. Кстати, вот эта 10-вагонка стоит. Вот эта стоящая 10-вагонка. А, кстати, тут у меня Нанна запитана. Вот она запитана. Там еще один пантограф видно вдалеке. То есть вот эти две электрички уже под питанием. Сейчас уже, наверное, будем возвращаться домой, так и снимать уже нечего. Собственно, вот оно состояние городской электрички и некоторых пригородных, которые здесь отдыхают. Оно ужасно. Оно крайне ужасно. О, красиво. На этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо за просмотр.